Целую неделю в Химках властвовала холодная погода, и большинство водоемов уже успели замерзнуть. Все чаще в социальных сетях стали появляться видео, где гости и жители городского округа проверяют лед на прочность. Среди любопытных есть и дети. Накануне новости о провалившихся под лед рыбаках со всей России стали стремительно заполнять информационные сети. Первые погибшие уже есть в Пермском крае и Белгородской области. А в Тверской области утонул 8-летний ребенок. Химчанам не стоит пренебрегать собственной безопасностью и в ближайшие дни выходить на лед. Тем более, что к выходным столбики термометра временно поползут вверх.